Итак, отзыв о лобзике Зубр модели L710. Итак, данному лобзику недавно исполнился 1 год. Недостатков за этот год, в принципе, не было выявлено. Ну вот, может, немножко неровная подошва, но это вообще нисколько не страшно. Вот, подошва легко поправляется. Ну и провод такой, как бы, может, можно было и помягче. Ну, а вообще он длинный. Вот, а так, лобзик хороший, мощный, он так, как бы, ну, удобный. То есть, мне им очень нравится работать. Как-то так.